Итак, всем привет, дорогие комрады. Сегодняшнее мое видео о проходе по Аллее Славы, или как там она правильно называется, я не в курсе. Короче, сделали рядом между центральным стадионом и Мамаевым курганом, где родина мать, сделали Аллею Славы. Или, да, не знаю, как она правильно называется. Вот сейчас я по ней пройду, по этой Аллее Славы. Вот на нее сейчас вступаю. Вот моя нога вступает. Вот. Опа. И пошел. Челябинская область, Тюменская область, посадила деревца, Томская область, вот. Тамбовская область. Свердловская область. Каждая область посадила по одному деревцу или по два. Так, Саратовская область. Рязанская область. Так, а тут что? Вот здесь Чукотский автономный округ. Вот. Вот здесь Псковская область. Вот здесь Орловская область. Вот здесь Ненецкий автономный округ. Вот здесь вот Омская область. Буду теперь по-другому приближать. Вот здесь вот Ярославская область, Ульяновская область, Новгородская область, Тульская область. Короче, все области России высадили по деревцу. Мурманская область. Магаданская область. Тверская область. Смоленская область. Ленинградская область, Сахалинская область. Так, вот написано. Мемориальный парк заложен осенью 65-го в честь советских воинов, отдавших жизнь в битве за Сталинград.
Так, Самарская область, Курганская область, Ростовская область. Пензенская область, Кировская область. Так, приближение побольше сделаю. Буду идти и сразу вам показывать. Кировская область. Так, Оренбургская область, Калужская область. Новосибирская область, Иркутская область, Нижегородская область. По-моему, там Немцов был губернатор когда-то, при Ельцине еще. Воронежская область. Вот Московская область, самая главная, столица нашей Родины, Москва, Московская область. Так, Липецкая область. И вот Волгоградская область, рядом с Московской, напротив Московской. Вот Волгоградская область, а он Московская. Ну, не видно отсюда. Вот сейчас я. Вот Московская. Московская область. А вот Волгоградская область. Напротив. Так, вот Курская область. Севастополь. Область. Москва, конкретно город. Кемеровская область. Белгородская область. Калининградская область. Архангельская область, Ивановская область, Вологодская область, похоже на Волгоградскую слегка, иногда путаю Волгоград и Вологда. Хабаровский край. Область, Приморский край, Санкт-Петербург, Красноярский край. Камчатский край, Астраханская область, Алтайский край, Амурская область. Ставропольский край, Чеченская республика, Пермский край, Краснодарский край,
Удмуртская республика. Забайкальский край. Так. Республика Татарстан. Чувашская республика. Республика Саха-Якутия. Республика Марий-Эл. Республика Тыва. Заодно вот географию России выучу. Республика Коми. Но я эти все республики знаю. Республика Северная Осетия, Алания. Республика Карачаево-Черкесия. Республика Мордовия. Республика Крым. Кабардино-Балкарская республика. Республика Карелия. Республика Дагестан. Республика Калмыкия. Так, Республика Ингушетия. Республика Бурятия. Республика Башкортостан. Республика Алтай. Короче, посадила каждая республика по два деревца. И вот Республика Адыгея. В память о подвиге защитников Сталинграда. Так. Вот такая вот штука. Аллея России. О, Аллея России называется. Вот так она называется, правильно. Треугольничек такой. Аллея России. Из ладошек. Такая вот штука. Так. Ну, сейчас. Автомобиль с красным знаменем, там с автоматом, со старым стоит чувак.
спешу с мини-краулом.
А вы не подскажете, сколько до конца часа? Разводка идет? Ага. А, через 40 минут, да? Сейчас 20 минут, да?
не подскажете до начала часа, сколько осталось? А то я телефон дома забыл. А, еще полчаса, да? И в третий раз показываю эту табличку. Зачитываю по братской могиле не ходить. Здесь захоронено 34 500 человек. Еще приписка почти 75-80 лет назад. Это 75 лет назад. В 42-м, в 43-м. Как раз 74 года назад. Решил сходить за обратную сторону Пантеона Славы. За всю свою жизнь я тут ни разу не был, честно вам признаюсь. Вот здесь вот вода или что это? Не понятно. А, стекло. Честно, вот сколько раз на Мамаевом кургане, наверное, раз 20-30 лет за всю свою жизнь. И ни разу не было вот здесь вот в этом закутке. Ни разу. Тут лестница, можно подняться по ней. Наверное.
Сорока. Сейчас я Сорока. Где? Сорока воровка. Наткнулся на такую птичку. Ищет себе червячков. Что-то нашла. Что-то копает. Так, чтобы... Ага, вот что-то она поймала. Землю, что ли, ест? Что-то откопала, что-то она ест, что-то ест. Наверное, тут жуков полно каких-нибудь. Их она откапывает и сжирает. Я не думаю, что она землю будет обычную есть. Ну и сейчас она улетит куда-нибудь, я так думаю. Сейчас куда-нибудь улетит или убежит. Скрылась за горизонтом прыжками. Все, скрылась. Так. Ну, а я пошел обратно.
смотреть смену караула. Вы тоже дожидаетесь, да? Там еще много? Минут 10? 10 минут. А, 10 минут. Thank you.
дождь пошел. Зонт я с собой взял. Скрылись за поворотом. Так. Дождик закончился, по-моему. Thank you.
попала капля на зонт, вернее, на это, на линзу, на переднюю. Картинка испоганилась немного. Чуть воняет чем-то. Сейчас я по маршруту, по специальному, свалю отсюда, с кургана. За 10 минут должно хватить. Уже сваливал я отсюда так, но оно не записалось на 220-градусную камеру, не записалось это. Дождик вот пошел мощно. Вот видите, дождик идет мощный. Так, теперь вот сюда и здесь вот спрыгнуть где-нибудь. Так, здесь высоковато. Вот здесь вот, что ли, спрыгнул. Вот с метровой высоты. Уже записываю то, что стерлось у меня на 220-градусной камере. Сейчас дозапишу на Никоне, на своем. Тут под уклончик, скорость большая. Скорость огромная. 6 км/ч в час, скорее всего, или 5. Стандартная пешеходная скорость. Так, ну я успеваю. Видеозапись не закончится. Видеозапись не закончится. Погано, что я камеру чуть-чуть испортил. Надо ее обтереть, а то испортится камера, просохнет пускай.